Мультиинструменталисты сыграют мировые рок-хиты. 16 ноября на сцене городского дворца культуры прозвучат музыкальные шедевры в исполнении московского оркестра Hard Rock Orchestra. В этот вечер гости концерта услышат более 20 композиций, среди которых хиты Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Linkin Park, Nirvana, Rammstein, Offspring и Prodigy. Помимо струнных инструментов в своем творчестве, столичные музыканты будут использовать фортепиано, саксофон, трубу и флейту.